А перед началом видео советую подписаться на канал Мистера Скилла. Он снимает обзоры версии Майнкрафта Pocket Edition, прохождение карт, выживание, голодные игры и многое другое. Его видео очень интересные, вам они точно понравятся. Также передавайте ему привет в комментариях под его видео. Ну а мы начинаем. Всем привет, с вами Влад, и сегодня я вам расскажу, как же скачать Minecraft Pocket Edition 0.15.0 и что делать, если он у вас не запускается. Ссылку на скачивание я оставлю в описании, вы сможете это скачать. Но если у вас при заходе в игру будет черный экран, тогда я вам сейчас расскажу, что нужно будет делать. Для начала вам нужно зайти в папку Games. Она у нас находится тут, и после этого вы заходите в Minecraft Pocket Edition. Тут будет такая папка под названием Auctions. Вы ее просто удаляете, и у вас Minecraft Pocket Edition обратно, как сказать, устанавливается, и у вас этот черный экран пропадает. Но потом при запуске игры у вас, ну, все настройки вылетят, то есть не будет никакого скина, не будет никаких миров, но все-таки Minecraft Pocket Edition 0.15.0 у вас будет, и это самое главное. Надеюсь, то, что я вам помог. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.